Никто сомневается, что красота – это страшная сила, особенно если в бикини. В этом на собственном опыте мог убедиться вор в Швеции. Карманника с поличным схватила полуобнаженная полицейская. Офицер шведской полиции Микаэла Кельнер отдыхала в парке Стокгольма в компании подруг. Девушка – обладательница спортивной фигуры, поэтому без стеснения облачилась в бикини. Компания привлекла мужчину, который представился продавцом газет. Когда девушки отказались от покупки журналов, он растворился в толпе. Но тут подруга Микаэла хватилась собственного мобильного телефона. Полицейская бросилась вдогонку за вором и пробежала 15 метров, продемонстрировав прекрасную физическую подготовку. Откровенное бикини не помешало ей скрутить преступника. Ну а снимок задержания получил множество одобрительных откликов в сети.